с победой. Лично для тебя был принципиальный матч против бывшей команды? Ну, конечно. Всегда против бывшей команды принципиальность есть. И ну, хотели выиграть. То есть сейчас все очки важны. И все. Обилие голов, что в первой игре, что второй. Рвались в атаку, забыв об обороне, или все-таки как-то концентрировались на защите? Да я не знаю, играли вроде как обычно. Просто это хоккей, так бывает. Ты играл первые игры без маски. Какие ощущения и сложно ли было снять маску? Ну, маску снять несложно было. Вот. Но я без капа играю, в капе как-то неудобно мне. Вот. Надо будет привыкать. Вот так все, как нужно.